Да если бы я знал то, что вы в этой жизни никогда не затыкаетесь, да я бы раз 10 подумал перед тем, как приручать вас. Сколько гавкать-то можно? Да Чебурак в этой жизни столько не гавкал, да мяука. Да Милка в этой жизни столько не мяукала. Я твою Милку сейчас мяукой назвал. Я сейчас сойду с ума. Слушай, а у меня, кстати, план есть небольшой. У подписчики же знаешь, что в предыдущей серии писали, знаешь? Ну-ка, шо? Подписчики вообще-то под каждой серией что-то интересное в комментах пишут. Ну, они всегда, да, что-то пишут. Они всегда что-то пишут, а мы всегда что-то читаем. Они говорили то, что если сделать музыкальный блок, если в этот музыкальный блок засандалить вот ту пластинку, которую мы, помнишь, тогда скрипера выбили? Помню. То эти чубзилеты будут танцевать. Давай. Мне кажется, то, что можно попробовать. Забирай своего Романа на плечо, забирай, забирай. Ломай там вот эту лодку. Подожди, подожди, подожди. Чебурак, 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 Чебурак. Только пос... Ну какой коричневый! Да ты... А шоколадный сегодня в моде, осенний цвет. Да ты в каждой серии ему хуже и хуже и хуже только цвет ошейника вот этого делаешь. Ну какой коричневый! А в следующий раз будет белый под цвет его шерсти? Так, у тебя птица в воде, иди забирай. Сейчас, подожди. Приступим. Вот, делаем вот так. Нотный блок и забираем ту самую пластиночку, которая у нас должна валять. А, у нас даже две пластинки. Кать, зеленую или красную? Красную давай. Давай красную тогда. Сейчас я подымаюсь, посмотрим. Ну если... А, кстати, да, посмотрите, я мост здесь сделал. Мост. Мост. Многие писали, что просто предыдущий мост очень сильно их бесил. Здравствуй, Юлька! Иди сюда, да, сюда, сюда. Она не хочет к тебе? Вообще прям не хочет. Ну иди сюда! Это ремонт! Чё? Ко мне! Где она? Она на тебе! Фу, ты чё меня пугаешь? Ко мне не хочет, зато в костер хочет. Ты прикинь, она села на костер. На, угостись печешкой. О, не зря, не зря мы походу пошли в это в джунгли, она какао бабы себе взяла. Ну неплохо, неплохо. Ладно. Да, печенюшек напекла, между прочим. Хоть не бесполезная все же у меня девушка. Ну, временами только. Опа, может хотя бы так вы заткнетесь и не будете гавкать уже. Давай, раз, два, три. Что за биты? А чё оно не вставляется? Может, ты не ту пластинку взял? Может, я не умею просто пользоваться музыкальными вот этими приборами? Подожди. Может быть, ты не диджей? Ну-ка, ну-ка. Да что за дичь? В смысле? А тут разъема для проигрывателя... А тут разъема для проигрывателя нет. Ну, то есть я не могу сюда засунуть пластинку. Да, может, я что-то не то скрафтил? Ты неправильный блок какой-то скрафтил. Ты просто какую-то битовочную машину сделал, которая делает. Я не знаю, честное слово. Так не нотный блок нужен, а проигрыватель нужен. Оказывается, две разные вещи. Вы как бы меня извините, я просто до этого никогда музыку в Майнкрафте не слышал. Ты просто тупенький немножко. Бывает, иногда бывает. Да, бывает. Иди сюда, иди сюда. Вот! Есть дырка! Нет дыр! Есть дырка! Есть дырка! Да, красный, да, значит, давай. Вставляй. Сейчас играет? Да, да, тихо. Танцуйте! Вы будь. Юлёк, ты где? Иди сюда! Иди сюда, иди сюда. Да, Роман вообще предпочел уйти. Иди сюда. Ну-ка, садись на плечо быстро. Мы вас на танцы отдать хотим. Они не танцуют почему-то, обманщики! Они сказали, не будут танцевать, в смысле, они не танцуют. Они Юля! Танцуют. Они летают, максимум, что они делают. Они вообще улетели от нас, подумали то, что родители вот это... Всё? Да. Обманщики! Обманщики! Да, сейчас что-то вообще странное было и непонятное. Больше такое я делать не собираюсь. Всё, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Слушай, а может мы поспим? А
после того, как поспим, знаешь, куда отправимся? Так, наверное, куда-нибудь в болото какое-нибудь. Я тебе скажу после того, как поспим. Пошли. Как с ними спать? Да вы даже ночью гавкаете! Это дурдом какой-то, это просто невыносимо. Вы самые бесполезные животные, которые мы когда-либо приручали, честное слово. Вы даже танцевать не умеете. Вы только и умеете гавкать, орать, криперить, вот это вот зомбирить, ну, звуки издавать. Угу, и все. Вот и сидите здесь. Хочешь в окно улететь? Она хочет в окно улететь. А ничего, что у меня Роман сидит на циркулярке. Роман, ну крылья сейчас все себе порежете, Рома. Ну если ему там удобно, пускай он будет там. Все, давай пошли. Заколебали эти... Дурдом, эти звуки ненормальные, даже секунду в тишине посидеть нельзя. Приручите попугаев, приручите попугаев. Лучше бы я еще одного чебурака. Вот-вот приручил. Направо, направо, плыть туда, где наша деревня находится. Сегодня мы отправимся за эндерменами. А зачем? Зачем? За эндерменами, я же сказал. Зачем? Затем, чтобы повыбивать из них эндерперлы. Эндерперлы нужны для того, чтобы скрафтить с эндерперлов эндерглаза. То есть глаза края. Понимаешь, глаза нам, короче, нужны, вот и все. Эндерперлы. Перлы. Эндерперлы. Это как мистер Крипер, только эндерперлы. Подожди, подожди. Катя рулит в этой серии, поэтому моя очередь петь песенку. Да-д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 а
У меня горло еще болит. Не подавись, пожалуйста. Ну, я вылечу горло, я буду нормально петь, обещаю. Пошли, Кать. Кладбище лодок, нормально. Сразу видно, кто здесь играет. Так, то есть мы сейчас идем за эндерменами, чтобы получить эндерперлы. А дальше что? А дальше с помощью этих эндерперлов мы ищем, где находится портал. Точнее, сначала ищем, где находится подземная крепость, а уже после этого телепортируемся. Точнее, ой, господи, там сложно. Ищем портал в подземной крепости, телепортируемся в эндеркрай. Все, тихо. В эндеркрае убиваем эндердракона. И знаешь, многие думают, что на эндердраконе Майнкрафт заканчивается, то есть мы уже даже ничего не сможем сделать дальше. Но помните всегда про то, что с мира Эндер Дракона еще телепорт в другой мир, где мы можем найти с тобой, Катюха, наконец-то крылья. Крылья. Слишком много слова Эндер, я все равно ничего не понимаю, поэтому будем действовать по обстоятельствам. Согласен! Короче, я притопал вот сюда, вот, в пустыню, потому что здесь чаще всего, ну, лично по моему опыту, спавнятся эндермены. Поэтому ищи, где они будут, смотри налево, смотри направо, смотри посередине. Если их видишь, кричи, я побегу и убью их, хорошо? Чаще всего я вижу эндерменов в лесу как раз-таки. Ну, видишь, кто-то видит их здесь, кто-то видит их там. Я вижу их здесь, поэтому будем искать их там, где вижу их я. Всё. Отлично. То есть мы будем просто сидеть посреди пустыни и ждать, пока они тут появятся? Все, да, примерно вот так, да. Очень весело. Хорошо, что я печенюшек с собой взяла. Мистер Крипер. Мистер Паук. Мистер Заяц. Вон мистер Зомби. А где мистер Эндермен? Не вижу. Ну я вижу мистера Скелета в золотой броне. Нифига себе. Нифига себе, первый раз такое вижу. Давай, может, мы к нему подходить не будем или будем? Давай я подойду и его убью, может, почему этой девушке не терпится получить стрелу в задницу? Эй, он назад уходит, убегает. Ну-ка, какой ты сильный, а? Ой, спасите, Кать, спасите, пожалуйста, спасите, я не знаю, что мне делать. Мамка пришла, Опа. Ля, три эндермена, так, подожди. Не иди туда, да кто тебе сказал идти их бить, дуримонда? Боже мой, ну никогда эта девушка не научится играть в Майнкрафт. Кать, да... А вот один еще, иди сюда. Да иди сюда, да не бить! Первый блин комом, как говорится. Ну вот, научи ее играть в Майнкрафт. Ну посмотри мне в глаза и научи. Почему? А что я не так сделала? Родилась на эту планету, вот что ты не так сделала.
Я только что одного убил, смотри, что мне выпало. Эндер-жемчуг. Вот, держи, подержи. Угу. Если хочешь, можешь нацелиться куда-то туда, в задницу далеко и нажать правую кнопку мышки. Зачем? Ну попробуй. Это... Я где? Здравствуйте! Это сейчас что было? Это перемещение? Это телепортация! Наука! Это наука! Это... Я хочу много таких. Я хочу вообще всегда так теперь перемещаться. Жопа не слипнется от такого большого количества... Это с эндермена попадает? Можно мне убить его? Чем его убивать? Подожди. Эндермена убивать не так просто, как ты думаешь. Короче. Вот смотри, где он? Где? Ну он только там что где-то ходит. Передо мной только что был. Вон он. Где? Вот. Вот. Короче, смотри, иди сюда. Смотри, что нужно делать. Берешь блок песка, бери в руку блок песка. Снимай всю броньку себя. Угу. Сейчас подбегаешь вплотную к эндермену, кричишь ему в ухо: «Дед воевал, и я воевать буду! За родину мать, за Майнкрафт!» И бьешь его блоком песка по башке. Давай. Ты меня троллишь, да? Иди блоком песка по башке ударь эндермена. Кричать я, конечно же, ничего не буду, потому что я уверена, что это троллинг. Но если у меня сейчас ничего не получится... И чё, он не бьется? Ты бесишь меня. Какого фига-то? Я не могу понять, почему я тебе верю! О, мне еще. Да! Не бей! Что за звуки ужасные? Да этот эндермен орёт! Где? Он тоже за родину мать воевал, но я его убил. Скажи мне, пожалуйста, мечом можно эндермена убивать? Ну только мечом его можно убивать, а чем ты его еще убьешь? Песком! Не смеши меня, пожалуйста. А сколько, например, глаз-то этих надо? Ой, глаз, перлов. Ну, где-то 12, и, в принципе, будет более-менее нормально. Давай, погнали дальше. Ага, понятно, хорошо, ладно. Ну ты опять... Я убью его. Ты, да подожди, да я тебя научу, как его... Ну попробуй, ну давай попробуй. Да, я тебе помогу, на! Катя, оберись, побирай эндерперлы. Да если бы вы еще так не орали, было бы просто прекрасно. Ой, какой ужасный звук, страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это, но мы не знаем, что это такое. Иди сюда, сколько у нас эндерперлов? Сколько? У меня 3. 3? 3. У меня 4. У нас уже 7 штук, Катюх. Давай за мной. Классно. Хватит разрывать уши. Нам бы еще одного и все, да? Да там их еще трое, давай за мной. Или двое, или трое. Вижу, давай одного я, другого ты. Стоп. Да, ну что ж ты будешь... Ты дальнего. На. Ты дальнего, подожди, да я хотя бы вот этих убью. На, какашка. Давай. Ну тебе не будут выпадать эндерперлы, потому что у тебя не зачаренный меч на добычу. Да конечно, мы это уже проходили, все мне будет выпадать. Опа, ничего не выпало. Ладно, давай за мной дальше. Капец, за нами очень много зомбаков. Просто дичь какая, просто огромная. Пускай бегут за нами, мы убежим. На раз, два, три расхватываем. Ты левая, я правая, давай. Давай, раз, два, три, убежали. Только смотри, чтоб тебя не убили. Да, иди сюда. Там есть крипер. Подожди. Все, выпало. Сколько? У меня в сумме 6 штук уже. Уже 6. У меня 3. Ну, давай, выбрасывай. Заходи с правого фланга, я захожу. Ладно, план отменяется, никакого правого фланга нет. Да ёхты, молодец, выпало, там еще один. Еще где? Еще, вот, давай за мной. Да почему они всегда спавнятся возле мистеров криперов? Господи. Ты не подорвался там случайно? Не, вроде не. У меня 8 штук. У меня 4. У нас уже 12, Катюх, уже 12. Все, нам хватит? Уже 12, мистер Крипер. Ладно, пока что хватит, потом, если что, мы еще немножко добудем. Пошли, давай за мной. Все, давай, пойдем. Ну, как быстро все. 5-10 минут, и эндерменов как будто и не было. Птицами. Вас, да...
чё ж вы наплодились-то так много вас? Давай лучше текаем отсюда, Кать. А еще печеньки есть? Нет, я все съела. Мне одну дала, а сама все 7 штук, да, съела, походу? Придем домой, я напеку тебе еще. Ну ладно. Ну давай, Катюха, нашу! Вот семейную, родненькую, давай! Пачка, что нет? Не буду сегодня петь. Ночь песни петь нельзя. Ну давай какую-то колыбельную тогда хотя бы. Давай. Спят усталые игрушки, книжки спят. Ла-ла-ла-ла-ла! Одеяло и подушки ждут ребят. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! А дальше я ничего не помню, помню. Только я то, тоже. Что ты пипука. Ла-ла-ла-ла-ла. Ты пипука. Это кто тут штаны потерял? Здравствуйте, собаки с крыльями! Вот, вот, Чебурак, учись у них, как гавкать надо. Ну так, подожди. Забираем, где вот эта вся фигня у нас находится? Забираем огненные стержни. После этого, Катюх, смотри. Дети, заткнитесь ради всего святого! Я не могу разговаривать с матерью! Короче, огненные, вот эти огненные стержни мы добывали из вот этих летающих пиписяк, которых мы встречали в аду. После этого огненные стержни мы засовываем в инвентарь и переделываем их в огненный порошочек. Вот так вот, видишь? Огненный порошочек мы соединяем с эндером жемчуга. И у нас получается... Да кто-то морёт-то так столько, не могу понять. Здравствуйте, мы вас не звали, идите домой. Садницу. Вы даже ничего нормального не... Он продает иглобрюх в ведре. Посмотри. А вот сейчас самая интересная часть. Мы берем вот этот око эндера, я тебе... Держи, держи. Первый бросок кока эндера я вручаю тебе. Давай. В небо запускай. Как просто кинуть и все? Нет, правой кнопкой давай. В небо прям. Да, давай. Куда он полетит? Вот, он сзади, видишь? Да, вижу. Вот, и сейчас нам с тобой нужно следовать туда, куда нас ведет око эндера. Когда-нибудь оно нас приведет туда, где находится подземная крепость. Ты готова следовать, Катюх? Я готова следовать, а подземная это нам, значит, надо копать будет вниз? Ну, если она под землей, значит, нужно копать вниз. А-а-а, понятно. Прямо. И так вот постоянно надо будет делать через каждые 5 метров? Ну, я не знаю, где находится подземная крепость. Возможно, уже прямо сейчас под нами, возможно, где-то за 3000 блоков отсюда. Кто его знает? Кать, следи, куда он полетит сейчас. Слежу. Прямо. А, да. До сих пор прямо сейчас подбираем. Опа, подняли. Плывем дальше. Это чьи лодки? Это наши лодки, чьи же еще? Посередине океана. Ну ладно. Слушай, а мы тут часом не были? Вот в этой деревне. Вот в какой? Вот в этой, перед тобой, которая. А ничего, что передо мной твой шлем. А, вот в этой деревне. И смотри, какая она огромная. Ну, вроде бы не были. А вроде бы и были. Нет. Ну да. Они все одинаковые, поэтому мы не знаем, были мы и не были. Ладно, не будем здесь останавливаться, давай дальше. У нас другие дела на эту серию. Да, сейчас в этой деревне там 10 алмазов лежит где-нибудь, и мы просто мимо проплываем. Кстати, все возможно. Так, время. Назад! Опа! Так, подожди, неужели оно находится где-то в деревне этой? А как оно должно показать, что вот именно здесь? Оно поднимется наверх и будет над нами. Опачки, попочки, давай вылезай отсюда. Оно где-то здесь рядом должно находиться. Подожди, давай я заберусь. Думаешь? Вот сюда. Подожди, и вот сюда кину. Где оно? Не где? Вижу. Где? И куда упала? Куда? А куда она вообще полетела? А вот! Че, хочешь здесь, что ли? Подожди, под нами прямо сейчас находится крепость? Вот.
крепость находится вот там. Правда? Правда. Только не-не-не, не смей туда спускаться, не смей. Крепость прямо сейчас находится под нами, посередине океана. Это мы так быстро нашли ее. Не-не-не-не-не, я не пойду, мне страшно, давай в следующей серии. В следующей серии я не пойду. Иди сюда, давай спускайся, ты чё, сыкуха? Нет, только в следующей серии. Да какой нафиг следующей серии, то есть мы... Опять чуть не упала. Мы всю серию искали. Иди сюда, иди, подойди. В следующей серии она горит, мы туда пойдем. Какая следующая серия? Она здесь под нами где-то уже находится. Ну вот и отлично. Передохнем, наберемся сил и в следующей серии продолжим. Но с другой стороны, тоже верно. Не все же в одной серии делать. В следующей серии найдем эндер-портал. Обустроим его, активируем. А вот уже потом, чуть-чуть позже, с нашей Кирочкой на удачу, мы добудем немножко побольше так алмазиков, зачаримся на 30 уровень, и уже тогда пойдем и убьем эндер-дракона. Вот такой план мне нравится. Ну хоть в здравом смысле я его как бы соорудил, да, а то что мы реально сейчас... Вот у Кати даже носков нет, как мы без носков туда пойдем? У меня носков нет, и ты молчишь? Ну, я прям вот сейчас сказал. Да все, давай заканчивать серию, что ты пучишь на меня, а? Зыришь, пузыришь штаны на пузыришь.